молотком. А этот раз очень точно с разворота бьет. И, ну... Еще один удар Сбертеха. И на этот раз абсолютно точный. Пытался Глядзе успеть. Ну а здесь он оказался бессилен, аккуратно в его головой мяч пролетает. И 2-0 становится счет в пользу. 2-1 победа над Спецсвязью. 2-1 победа над Газпром Энергохолдингом. И сейчас... Ну, зря вдвоем сейчас Сидин с Галактионовым на вратаря кинулись. И даже усилие футболистов и вратаря. Заслуженный фол. Удар великолепно. Точно в девятку. 2-1. Шкиль взял на себя игру. От защитника на полшага оторвался и точно пробил. 1-0 в пользу Сбербанк страхования. Да, ну вот, снова берет игру на себя и сбивает второй гол за Холмс. Второй тайм начался, и сразу МТС Банк уходит вперед, вратарь записывает на свой счет очередную. Ровно в центре поля, и оттуда забивает Кремнев. 2-0 становится счет.